Одновременно могут работать 5 каналов связи. Расширены возможности автоматического информирования. Изменился и телефонный номер. С 22 сентября жители Сочи могут сообщать об аварийных ситуациях по телефону горячей линии 444-0505. Сразу после того, как 1 сентября МУП «Водоканал» приступил к эксплуатации водопроводно-канализационного комплекса курорта, выяснилось, что значительная часть абонентов не может дозвониться до ресурсоснабжающего предприятия. Мощности колл-центра было явно недостаточно, на звонки со всего города могли отвечать только 2 оператора. Пришлось в оперативном порядке монтировать современную систему многоканальной связи, благодаря которой возможности работы горячей линии диспетчерской службы значительно расширились, говорится в сообщении предприятия. Несколько дней новая система связи проработает в тестовом режиме, а с понедельника, 25 сентября, она будет введена на проектную мощность. Также в мессенджере Telegram работает канал отключения воды в Сочи, в котором размещается вся информация об аварийных и плановых работах в режиме онлайн.